Вот мы приехали из Санкт-Петербурга и во Владимир, чтобы приобщиться, ну, вот, к остаткам русской духовности. Скажите, пожалуйста, вообще посещение вот святых мест русской культуры, оно дает что-то человеку? Естественно. Ну вот что? Если как эстет, то дает эстетические какие-то впечатления. Если религиозному человеку, дает духовные. Как же не дает? Если место намоленное, вот собор, допустим, да, уже столько веков, и тут мощи святых угодников, весь храм в мощах. Ну, туристов много ходят, таких праздно шатающихся. А вот возьмем гроб Господень в Иерусалиме. Мы там были. Там вообще не пресыхает, там кого только нет. Но святость это не убывает от этого. Благодать, она остается по-любому. Скажите, и... а что вот составляет русскую традицию святости? Серафим Саровский, Сергий Радонежский или, что? Может быть, Андрей Рублев? Нет, вы сказали, что составляет? Да, я и говорю, что? Ну, что? Людей кто тогда составляет? Как? Нет, я хочу спросить, что? Что? Духовность христианская, естественно. Преданность Христу, жертвенная любовь. Помогать друг другу. Вера, надежда, любовь. Из них любовь выше всего. Так апостол Павел сказал. Ну, вот она вся духовность. У нас, для нас это православие. Для русских людей искать нет православия, естественно. Мы вообще... В каком смысле духовность? Ну, что отличает, скажем, нас от Европы? От католической, протестантской Европы? Ну, вот у них там, как вот религия потихонечку как бы подгоняется под современное житие, к скажем, векам. У нас традиционно, как было апостольское предание церкви, так мы наоборот, человек должен идти к Богу, а не Бог приспосабливается под человека. Иначе происходит деградация, как во всей Европе. Сейчас что там творится? Сатанизм настоящий. Если там сейчас уже признали педофилию, никаким извращением, а просто нормальным влечением человека к детям. Это же что говорит? О чем говорит? Например, ты крестный ход... Что отличает нас от европейцев? От христиан? Преданность Христу. Преданность, простота. Потому что там все мудрено. Даже вот есть профессор Осип такой, он говорит, возьмите иконы католические. Там же одна чувственность. Там такие позы, такие выражения лиц. Но протестанты вообще отрицают иконы. Нет, а протестанты, там вообще разговор ни о чем. Протестанты. Это просто... Мой вот батюшка, например, говорил, что это клуб любителей Священного Писания. Это никакая не церковь. В ней нет ни таинств, ни... Ну, а то, что мы сейчас вот так сказать, оформили окончательный, бесповоротный, как говорят, развод с Европой, это навсегда? Это я не пророк. Но все-таки вы думаете, это же тоже христианская цивилизация. Мы часть христианской цивилизации. Лучшая ее часть, простите. Потому что дело в том, что вот эти коммунистические движения, оно давно существует, правда ведь? И люди, мы с Европой разговариваем, с протестантами, с католиками, с методистами, там, ну, это все это протестантизм. Мы пытаемся, снять, но какая основа? Апостольская церковь, предание. Вся беда в том, что предание у них не почитается. Есть только Священное Писание, допустим. Вот Священное Писание, во-первых, пророка может толковать только пророк. И поэтому мы доверяем святым угодникам, которые своим житием соединились с Богом. Потом они читают это Священное Писание и нам толкуют его. А что мы можем дать Европе? Да. Мы можем дать ей истинное христианство. Мы можем дать. То есть там уже не истинное христианство? Нет, по плодам их узнаете их. Вы посмотрите, как там живет Европа. Где там Христос-то? Вот в советское время они нас упрекали. Мы, религиозно-христианские страны, они там вся Европа христианская, да? Мы вообще безбожники. У нас за это безбожное время мучеников сколько было? Тысячи, там, сотни тысяч людей было замучено за Христа, они не отрекались от него. А Европа жила, как акриды в кишках. Вся вот... Но все-таки мы ближе к христианской Европе или к конфуцианскому Китаю? О, конечно, к христианской Европе, естественно. Даже тут нет никаких сомнений. То есть все-таки развод такой... Тут еще я вам скажу опять же, это слова вот этого профессора Алексея Ильича. Он говорит, меня спрашивают, католицизм это что? Он говорит, это ересь. Ну, это в догматику, если мы пойдем, то мы можем все это разложить.
Это ересь. А и второй вопрос. А католики спасаются? Он говорит, вот я вешаю пудовый замок на уста. Конечно, наверное, спасаются. Потому что люди-то чем, ну, простые-то, они верят искренне, правда ведь, в Бога. А там есть Христос. А Господь сказал, кто со мной, тот не против меня. Вот наш известный, всемирно известный писатель Федор Михайлович Достоевский был таким истинно верующим человеком. Вот какая идея Достоевского у вас, так сказать, в сердце лежит? Что вы можете воспроизвести, повторять бесконечно? Ну, весь мир не стоит слезы ребенка одного, да? Одного маленького человечка, да. Ну, а реально то, что мы видим сейчас? Действительно не бояться слезинки ребенка, чтобы построить новое будущее? Можно уничтожить кого угодно, от мала до велика, лишь бы свои амбиции там удовлетворить. Но ты, та же Европа, вот сейчас она как себя ведет? По-христиански? Нет, конечно же. Про Штаты я вообще не говорю. Там это, ну, просто наглёшь, это беспредел какой-то, вот как вот бандиты, рейдерский захват и все такое. Вот некоторые говорят в связи с этим, что наступают темные времена апокалипсиса. Практически уже. Ну, в смысле, не преддверие уже, они сами идут только в начальной стадии. Это... Вот смотрите, в Европе это статистика просто. Там храмы христианские закрываются. Там некому ходить в храмы. Это Европа, которая позиционировала себя как христианская страна. То есть нужна какая-то новая идея или что? Новый, да, приход Христа? Вот если... новый приход Христа будет, он однозначно уже... Вот если бы вам дали возможность сказать пару фраз или, может быть, одно предложение, но которое услышат все жители планеты, что бы вы сказали? Я не смогу такую фразу найти. Я сказал, может, чтобы опомнитесь. Ну, обратитесь к своим истокам, обратитесь к своим предкам. Посмотрите, как, ну, все-таки христианское... Вот был такой в житиях святых такой эпизод был. Одна женщина была монашкой, потом ушла, блудницей стала, бросила монастырь. И вот к ней пришел, узнал один преподобный, к ней пришел и сказал ей одну фразу. «Что худого ты нашла в Христе?» Все. Ну, что худого нашли в Христе? И этим она опомнилась и пошла, и, ну, покаялась и умерла, и все, без Бога. Спасибо. Да. Ну, слава Богу.